Сейчас будем отмывать, очищать. Все сейчас помоем, покажу изнутри, снаружи. Пока можно посмотреть такие вот аккумуляторы родные. Пока одна. Ну да. Казалось бы, да, краска заржавела. Заржавела бы. Да, получилось наоборот, да? Краска не заржавела особо, а хром покрылся вот такими штучками. Но у нас есть новый комплект. Ладно, давай мыть. Короче, да, вот их теперь две, они размножились после мойки. Вот это вот наша, которую мы мыли, а вот это, которая была. Надо еще мою желтую сюда поставить, заклинить ее между двумя, да, машинами. Так вот у нас чистенько получилось. Ну давай, Жень, покажи тогда, открой, закрой все это, дверьки. Внутрь снимем все, багажничек, моторчик. Все вот эти вот, так сказать, ништяки. Она еще не открывается. Она вот сама держится, да, все нормально, все исправно. Вот. Светлый песочный, а там у нас коричневый, да, салон? Запах, конечно, блин, ни с чем не сравнить этот. Пепельница, как видно, не использовалась по назначению. Вот так все в таком состоянии, в идеальном. Кожа. Ну, водительское сиденье самое такое, да? В идеале, назовем это так. Новый автомобиль, да? Так. Какого года машина? 81-го года, да? 81-го, 82-м куплено. Куплено в 82-м году. Ремни все присутствуют. Пробег на данный момент, как я уже и говорил, 10 381 километр. Все как новое. Так, что-то книги, да, у нас тут есть? Это ее, кажется. Да, это по ней книги. ВАЗ. Инструкции по эксплуатации. Все это. Сервисная книга. У вас запечатанная. А, вот, вот, да, да, да. Так, ладно, не буду доставать, показывать. Отверстие для мобильки. Коврики за 11 рублей. Сейчас посмотрим коврик. Видно, да? Новые двери. По багажнику. Коврик за 11 рублей, видишь? Коврик, да. 20-й год. Коврик задний правый. Цена комплекта 11 рублей. ГОСТ 80. Так, я их везу на дачу. Их везут на дачу. Отмывать. Очищать. Так, чистые. Чашки. В таком состоянии идеал. Добраться бы еще бы до этого самого. Ладно, нам, знаешь, что надо будет посмотреть? Ну вот этого комплект инструментов. Ну хотя бы с краешку днища вот поглядеть. Давай поглядим, все равно уже. Ну а пока с другой стороны пойдем посмотрим. Пока Женька там роет.
такая текстура кожи. Что-то с моей камерой синеет что-то она. Химия родная, 80-х годов. Вот это вот использовалось анти... Немецкая, это что? Косметика. Это для чего у нас? Защитная смазка. Смазка. Даже тут копейка, по-моему, да, нарисована? Да. Или что-то подобное. Да, да, для копейки немцы делали. Немецкая. Что тут у нас написано? Все по-русски. «Беречь от огня» сделано в Германской Демократической Республике. Сейчас. Ну, самое интересное по передней части автомобиля. Вот оно, сиденье. Вот он, пробег 10381. Двери все держатся сами. Не закрываются. Ну что там, добрался еще тут еще нет? Нет, тут можешь трос снять, ноябрь 81 года. В комплекте шел трос буксировочный. Запакованный еще. Упакованный, нет, ни разу не открывался. Ноябрь 81 года. Ну, говорим, вот такой вот трос можно им буксировать с помощью БелАЗа. Для автомобилей весом до 2 тонн. Длина буксира 5 метров, эксплуатационная прочность буксира 2000 килограммов. Ну, по сути, как и для автомобилей весом 2 тонны. Вот такой вот знак. Похоже, он какой-то не совсем отечественный, да, наверное? Это ГДР, что-то типа того. СССР. Цена 850. Да, вот. Такая вот красота. Так, ладно. Что у нас там еще по мотору? Открываем. Ну, по мотору сегодня помыли чуть-чуть, по крайней мере, вот общая целостность видна. Реле-генератор вообще как новое, абсолютно, как будто вчера только поставлено. Вот отмыли немножечко все это дело. Ага, знак тоже 81. Ну все это куплено в комплекте, да, скорее всего, в момент продажи. Аптечка, давай таблетку сожрем одну 81 года. Думаешь, помолодеем? Да, до 81 года именно. Так, замок противоугонный, Жигули. Это на педали, да? Так. Как видно, да? Ничего никогда не откручивалось. Нет, сумку не трогай, просто с одной стороны. Ну, а как тут там заклепка? А, понял тебя. Давай, так, Coca-Cola Smarties 81 года, классика. Видишь, что сумка оказывается на ремнях, а не на резинках, как мы всегда думали. Поехали. Так вот, в таком состоянии. Что-то нашли какой-то этот прибор, похоже, да, этот? Кольцо на градусы. Это, наверное, гоночный спидометр. Это размеренное, и зачем? Без понятия. Как же у нас тут сделано в СССР? Это баллони там, да, или что там? Ну, да, там инструмент здесь. Баллоник, домкрат, резина выставленная, новая, не стоялая, да. Все равно диском. Ну и второй автомобиль точно такой же. Этот чуть старше. Это машина 81 год. Да. Это машина 82 год. Оба цвета охра золотистая. Какой здесь пробег? Ну, приблизительно. 90 тысяч. Здесь 10. Разница 80 тысяч. То есть особой разницы не видно.
Ладно. На сегодня все. А, хотел еще показать вот эту штуку. Подложку на карбюраторе. Видел? Да, вижу синенькая. Ну, а этот счастливый обладатель двух автомобилей вот этих. Желтых. Больной желтухой. Ладно, всем пока.